Мы завтра уже уезжаем. И хочу сказать, что вот эти потраченные деньги на отпуск – это была самая лучшая инвестиция в саму себя. Нигде, наверное, я еще не так не чувствовала себя прям настолько открыто, свободно. Ох, не передать словами. Я мечтаю сохранить это чувство, что я чувствовала здесь. Хочу сохранить и чувствовать это в Москве. У меня на данный момент огромное количество мотивации. Очень хочется работать и позволять себе жить так же, как я жила здесь. Я очень хочу, чтобы у вас было так же. И очень хочу, чтобы каждый человек чувствовал то же, что я чувствовала здесь.